Телеканал «Дождь» и Государственный центр современного искусства представляют. Сегодня мы покажем вам трофейное кино, забавный видеопроект, снятый 8 лет назад художниками Ольгой и Александром Флоренскими, что любопытно, на деньги Российского министерства культуры. Само понятие «трофейное кино» возникло во время Второй мировой, когда фашистский Голливуд, район Бабельсберг под Берлином, оказался в зоне советской оккупации. Именно там находились немецкие киностудии, и главное, хранился киноархив. В конце войны он был вывезен в СССР. Несколько лет сотрудники Госфильмофонда в «Белых столбах» в обстановке повышенной секретности разбирали трофейное кино. Лучшие развлекательные фильмы переозвучивались и выпускались в прокат под новым названием. Какими фашистские трофейные ленты увидели Ольга и Александр Флоренский? Трофейное кино смотреть до конца. Видеоарт на «Дожди».